Новую трактовку другого классического произведения, повести Николая Лескова «Леди Макбет» Мценского уезда, предлагают в театре-студии под руководством Олега Топакова. Постановка режиссера Александра Мохова, который выступил одновременно еще и как художник-постановщик и художник по свету. Пьесу Лескова, которая отличает почти шекспировский масштаб страстей, режиссер превращает в спектакль о любви, пусть даже и такой, ради которой совершаются убийства. Эту повесть Лескова сейчас назвали бы триллером, первым и едва ли не последним в русской классике. На нескольких десятках печатных страниц «Пять смертей». Даже автор признавался, когда писал «Леди Макбет», самому становилось жутко. Так коварные и беспощадные поступки Екатерины Львовны. Но на сцене табакерки спектакль не о масштабе страстей, а о масштабе любви. Поэтому и главное в нем не режиссерские ходы, а игра актеров. Всегда артисты хотят спрятаться за режиссуру. Вот это тот случай, когда я хочу режиссер спрятаться за актером. Мне было очень важно найти тандем. Если нету Екатерины Львовны и Сергея тандема, все, спектакля можно не делать. Дарью Колмакову на роль Екатерины Львовны утвердили практически сразу, хоть это для нее едва ли не первая роль на «Сопротивление». Мне этот образ не близок от и до, это абсолютно не моя природа, не моя психофизика. Сергей в этой постановке и не брутален вовсе, зато по-детски искренен и обаятелен. Актера на эту роль искали больше месяца, а утвердили неожиданно для многих недавнего выпускника Саратовской консерватории. Мне повезло, конечно, очень, потому что такая роль, я все-таки немного маловат для нее, но она такая на вырост. Любовь в этом спектакле и самый большой подарок, и самое большое наказание. Вся сцена – клетка. Чтобы вырваться из нее, герои идут на преступление, а попадают в клетку другую, тюремную. Получается, выход один – гибель, и тоже за любовь. Я с тобою, друг ты мой сердечный. Живая, не расстанусь. А так вот... В чем причина этих трагедий, ответ не ясен. То ли русский быт заел, то ли все дело в загадочной русской душе. Ее певец Лесков в театре-студии Олега Табакова в этом году самый популярный автор. Вслед за «Леди Макбет» скоро будет премьера «Блохи». Спектакль по мотивам знаменитого «Левши». Так что разбираться в вечной теме загадках русской души на этой сцене продолжит и дальше. Марина Губина, Юлия Козюкова, Александр.